What is happiness for you? Hello, brother and sister. Brother and sister. Итак, вы прислушались, возможно, к моим советам относительно питательных средств, то, что я рассказывал в предыдущей публикации. И обчитались вы об Агаре Сабуро, значит, поняли эту всю тему, решили ее как-то применять. Применяйте ее, насколько вы поняли то, что вы поняли. А я вам покажу свой пример. Все-таки у меня медицинское образование, и намного проще мне относиться ко всем этим вещам. Вы через какую-то свою призму на это все смотрите, я все-таки с медицинской точки зрения. И дам вам тоже полезный совет. Когда я тоже почитал про питательную среду Сабуро, там написано, что нужно добавлять антибиотики. Я пошел вот в аптеку там в поисках антибиотиков и узнал, что именно инъекционные антибиотики, те, что в ампулах имеется в виду, стоят довольно-таки приличные деньги. Если мы же делаем среду, скажем, это не инъекция там, пациенту, один кубик там или сколько, мы делаем сред, к примеру, вот столько. Ну и, к примеру, у нас таких сред может быть 15 штук. Вот. То какие-то дорогие инъекционные препараты для нас, в принципе, будут сильно влиять на себестоимость производимой продукции. Поэтому, немножко подумав над стоимостью этих антибиотиков, можно прийти к одному простому выводу. Вот в руках я держу таблетки левомицетина. Достаточно, как говорится, одной таблетки на 10 литров среды. Из расчета 50 мг левомицетина на 1 литр питательной среды. В одной таблетке здесь 50 мг. Как говорится, дешево, надежно и сердито, с тем же результатом. Отличительная черта именно левомицетина в том, что его можно добавлять при стерилизации самой питательной среды. Если гентамицин и тетрациклин в процессе нагревания будут разлагаться и полностью инактивироваться, то таблетки левомицетина при нагревании, старый, надежный, добрый препарат, ничего с ними не происходит, сохраняется их активность, и такой концентрации они будут вам позволять избежать развития именно бактерий в ваших питательных средах. Ну, какой-то компонент уже будет устранен таким вот химическим способом, ну, а другие моменты, там, стерилизация и манипуляции и все остальное, вы уже доработаете сами. Вот, всегда при поиске любых решений, всегда творчески подходите к вопросу и находите такие вот простые, не всегда стандартные решения. И будьте внимательны всегда на моих роликах. Смотрите, не только слушайте то, что я говорю, или там люди там кликают, а это я знаю, это я в курсе, это... Меня важно все, что находится в кадре. Вообще, вот у меня в лаборатории здесь небольшое пространство, и поэтому здесь сделано все рационально. Здесь ничего нету просто так. Здесь каждый предмет имеет свое какое-то место, свою какую-то играет важную роль. И каждое все, что вы видите в кадре, иногда, может, вам показалось, что это попало сюда случайно, а оно попадает в кадр совсем не случайно. Есть такая игра Monkey Go Happy. Monkey Go Happy. Ну, что-то по аналогии Monkey Go Home. Это Monkey Go Happy. Там такая игра, когда нужно решать такие детские квесты. Они не всегда детские, и иногда нужно хорошо включать голову там и поломать голову над тем, как найти вот это решение. Но главное, что в этой игре есть, вот что я говорю детям, что поймите, что если мы не находим решение, то оно все равно есть. Потому что игра бы не могла быть придумана, если на ней нету решения. Вот приблизительно так же у меня на моем канале. Если вы не находите какого-то решения, значит, вы или плохо искали, или были невнимательны, или хотите отнять мое время и задавать вопросы, на которые, в принципе, есть ответы у меня на канале, потому что у меня на канале есть ответы практически на все вопросы. Грибоводство, выращивание грибов от
коньку до жидких питательных средств. А если у вас возникают какие-то коммерческие предложения, то, пожалуйста, пишите мне на Skype. Всегда буду рад пообщаться.